Каля 170 шильдов с новыми названиями улиц будут выраблены для микрорайона Костюковка города Гомеля. Такая необходимость возникла в связи с переименованием 15 улиц былого поселка после его включения в межобластного центра. Переименование улиц в финансовом плане для жыхароў Костюковки никаких наступств иметь не будет. При необходимости новый штамп у пашпорте им бесплатно поставить при первом же звороте у пашпортный стол. В огуле необходимость переименования выкликана тем, что назвы улиц, аналогичные Костюковским, уже есть у Гомелі. У администрации Чыгуначнага района подобрали несколько новых вариантов, але кончатковый выбор покинули за мясцовым насельництвом и предприемствами. Так, по инициативе шклозавода улица Гомельская станет улицей Ломоносова. Менавіта его имя неколи носило гэтае акционерное товариство. А бюст Ломоносова и зараз находится каля администрационного корпуса. Еще одна улица будет носить имя Валерия Абеля. 55 годов тому он засновал у Костюковцы цирковый коллектив, который зараз мае звание заслуженного. Усе остальные назвы относин до неких конкретных особ не мают. Жыхары отдали перевагу у основным поэтичным назвам: Орыховая, Кветковая, Яблоневая, Заозерная, Янтарная, Гостевая, Раунинная. А проча того, теперь у Костюковца официально з'явились улицы Незалежности, Партизанская и Святочная. Делали собрание улиц этих, собирали в ДК весь народ. Мы хотели спросить, какие более улицы они хотят, какие более названия им подходят.